Спасибо. Итоги первого периода подведем с защитником хоккейного клуба «Торпедо» Марком Мариным. Марк, ну вы почти 3 недели не играли на домашнем льду и вернулись к родным болельщикам в ретро-форме. Какое-то оказывает значение на эмоциональный фон команды в целом? Большой праздник, юбилей. Хочу поздравить всех причастных. И вопрос такой еще раз, немножко устал. Как вообще эмоционально это ощущается, снова играть по домашнему льду? Очень непривычно. Долго были на выезде, да. Родные болельщики, рад здесь играть, как вся команда. Мы будем показывать, стараться хорошую игру. Ну, сегодня матч такой, который трудно переоценить. Игра, можно сказать, за 4 очка, практически плей-офф, битва за восьмерку. Что на этот период, какой была установка и что из этого получилось, что нет? Да, я с вами согласен. Игра за 4 очка. Мы ведем борьбу за восьмерку. Это наш прямой конкурент. Игра была в первом периоде обоюдно такая острая. Никто не хотел раскрываться, ошибаться. Мы получили вот неприятный гол. Сейчас будем исправлять это все. Проговорим в раздевалке, будем выходить и работать. Нам нужна очень сегодня победа. Большое спасибо, удачи. Спасибо.